Пока погода позволяет, занимаюсь подвеской и колесами. Наконец-то мне пришли все проставки. Все четыре колеса я теперь смогу поставить. Сзади и спереди уже стоят. Сзади у меня будет 205-60. Спереди 195. 195-55, поменьше, они чуть-чуть домиком получаются, но мне нравится, мне все подходит. Вот так это выглядит, вот так сбоку и вот так сбоку спереди. К сожалению, гараж завален стройматериалом, и в другую сторону не видно практически, но в целом очень даже вполне понятно, что колеса стоят просто по-ублюдски. Родные железяки. И вот как у нас заподлицо красивенько становится сейчас. Вот мои проставочки. Они долго изготавливались, долго делались. Но наконец-то они готовы. Страшненькие местами, но похрен, их не видно. Вот заднее колесо вот так вот выглядит, насколько можно увидеть. Огромный проем до арки. Огромная дыра. Колеса утоплены сантиметров на 10. Короче, полный пинцет. И это жесть, мне очень это не нравилось, но теперь все по-другому. Стойки амортизаторов, передние. Не знаю, что это за фирма. Сказал продавец, что это хорошие. И вот машина, от которой они. Да, Жигули 2110. И вот их партномер. Короче, полностью тупо один к одному они сели в мою морковку. Вот так вот это все выглядит. Пыльно, грязно и засрано. Но, в принципе, на то он и пыльник, чтобы быть пыльным. Каламбур типа. Но, блин, реально все полностью абсолютно по-заводскому село. Сверху там зазорчик, типа, но он уберется, засунется резиночка выше. На это вообще насрать. Можно сейчас руку засунуть, их попытаться поправить, но нет, нифига. Но главное, что подвеска теперь охрененно работает. И сейчас я даже покажу разницу между тем, в каком состоянии сейчас амортизаторы. Они давно были очень убиты, стойки никак не доходили руки купить. Съемник никак не доходили руки поменять, но наконец-то я это сделал. И таки да, надеюсь, что стоечки поработают. Мне дали на них гарантию, подписал продавец. Это Сережа из магазина на улице Одесской, угол Грушевского. Я там очень часто покупаю. У парня у самого 40-й марк, он его очень любит, он у него в очень идеальном состоянии. Поэтому в целом я ему доверяю. Ну, как-то так. Сейчас покажу, как работает обновленная подвесочка.